друзі. А я вже готова представити нашу першу ранкову гостя. До нашої студії завітав Олександр Рухмановський, політтехнолог. Доброго ранку. Доброго. Будемо говорити про тему, яка сьогодні тема номер один не лише в Україні, а в світі. Це переговори нормандської четвірки. Пристрасті дещо вщухли. Вже прийшов один день, вже вмикнувся такий холодний розум для того, щоб проаналізувати і зробити певні висновки без отаких таких гарячих емоцій, тому що багато чого говорили, багато чого писали. Зараз коротенько, хотів перше запитання бліц. Тому що червоною такою ниточкою було, чи буде зрада. Отож, я вас запитаю, чи була зрада, так чи ні, а потім будемо аналізувати детально. Ну, якщо ми говоримо про непосередньо зустрічу нормандської четвірки, то на ній зради не було. Не було. Добре, я вам дякую за лаконічність. Тепер конкретно по тим пунктам, про які йшла мова на цих переговорах, зокрема на брифінгу. Чи все ж таки вдалося нашому президенту узгодити якісь стратегічні питання для нашої країни чи ні, які б дали нам змогу зрозуміти, що мир все ж таки настане, що ми вже на кроці до цього миру? На самом деле, вся суть этих переговоров, этого саммита, в принципе, однозначно высказались и власть попробовала сказать, что это победа, оппозиция, мировая пресса говорит о том, что да, зрады не было, але и перемоги тоже. То есть встретили, поговорили. Чи був програш? Не был. Если говорить стратегически, что отсутствие победы – это поражение, тогда да, тогда можно притянуть, что это было поражение. Но на самом деле, еще раз говорю, все остались, все стороны остались на своих местах. Встретили и поговорили. Можно говорить словами Скрябина, помните песню «Я говорил, это курили». Вот. А все ж таки, тоді чи мала відбутися ця розмова, якщо поговорили? Ви взагалі очікували, що будуть якісь конкретні кроки чи результати, чи ні? Я ожидав, що буде більш жорсткий варіант. Який, наприклад? Наприклад, Путін буде давити, Зеленський на щось згодиться, на якісь уступки, або ж це будуть тяжкі переговори. Этого всего не произошло. То есть российский президент Российской Федерации не тиснув на Володимира Зеленского? Можливо, и тиснув, але ми цього не побачили. Ви маєте на увазі ту розмову, яка ТТТ? Так. Як ви думаєте, про що вони говорили, давайте, і що вони сказали одне одному? Як ви думаєте? Вони могли говорити о чому угодно, в цьому-то і заключається суть закритих переговорів, щоб общественность не розуміла. Про Путіна правильно говорять експерти і воєнні експерти, тому що він непредсказуемий, як і любой спеціаліст, да, спецслужб. Тобто, о чому вони говорили, неізвісно на самом деле. Угу. У нас є коротеньке відео про те, от я навіть у вас на Фейсбуці читала, ви ретельно і детально розглянули їх спільний брифінг, ви казали, що Зеленський звертався до Путіна, постійно на нього дивився, хотів йому щось донести. У нас є коротенька така нарізочка, давайте її подивимось, а потім продовжимо коментувати. Я в цілому присоединяюсь к тому, що здесь було сказано. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Начать работу над внесением его текста поправок, прежде всего связанных с имплементацией так называемой формулы Штайнмайера. Я не знаю, хто кого. Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Скажімо, давайте говорити поки що нічия. Тобто ми можемо спокійно говорити, щоб була нічия, да? От, прокоментуйте. Статистично, так, хоча ви бачите, опять, якщо розбирати з точки зору психології, то ми чітко бачили о тому, що да, із чотирьох учасників, чотири глави держави, троє тримаються абсолютно спокійно, і тільки наш президент
проявляв емоціонально. Так, от давайте зупинимось більш детальніше. Пройшов емоціонально, да, і знову таки, навіть видно на брифінгі, що не показана була річ самого пана Зеленського, він постійно, ще раз обращався к Путіну і питався знайти невербальний з ним контакт, взглядом, жестом, при цьому Путін повністю його ігнорував. Так же, в принципі, як і Меркель, Макрон, тобто, все занимались своим делом, кроме Зеленского, который пытался вести диалог. Хотя брифинг – это не диалог, это общение непосредственно учасника з публікою. А оце така занадта емоційність. Як ви думаєте, це акторська гра, тому що ми не забуваємо про те, що наш президент в минулому був актор, чи ні? Чи все ж таки це таке бажання, ну таке не безпосереднє діалогу, контакту і так далі? Чи це просто не досвід такого роду переговорів? Це відсутствие опыта, тому що все-таки переговори такого рівня з лідерами держав мирового рівня, тобто первої десятки, по суті, первої п'ятерки. Это очень серьезное испытание, на самом деле, каждый из нас мог бы представить, что бы он делал бы там, если бы он попал бы, да, за стол переговоров с такими людьми. То есть непосредственно это проблема, которую которую раньше забрасывали Зеленского в качестве обвинения, что он не имеет опыта переговоров такого уровня, и мы увидели, что он действительно не смог психологически выдержать и вести себя соответственно. Соответственно, тем участникам, тем главам державам, с которыми он сидел за столом. Є таке. Коли ми чекали цієї зустрічі, було дуже багато розмов про червоні лінії, які не мав переступити Володимир Зеленський. Прокоментуйте. На самом деле, очень интересная ситуация. Это самое интересное, что произошло, потому что как только саммит закончился, как только появились брифинг, да, прошел первые результаты, то получается, начали обвинять, сторона, поддерживающая Зеленского, начала обвинять сторону, поддерживающую оппозицию, в том, что вот посмотрите, не было никакой зрады, зачем надо было собирать митинг, а митинг стоял, да, двое суток. И тут на самом деле очень интересно, действительно ли не планировалась ли зрада, либо же вот этот митинг не позволил запланированной зраде свершиться. И на самом деле неизвестно. Вы как думаете? Я считаю, что очень хорошо, когда у президента и у команды президента есть декларируемое видение, и они заявляют о том, что они едут защищать интересы Украины, а не сдавать национальные интересы. И прекрасно, когда у них за спиной есть народное вече, есть улица, есть народ, который показывают, в том числе не только нашему президенту, но и мировому сообществу о том, что действительно никто не позволит, даже если очень сильно захочет президент, здати національні інтереси в угоду другим державам. Так, познайомившись уже з комюніке, да, офіційно от кажуть, що буде обмін полоненими до 31 грудня цього року і припинення вогню. А як ви думаєте, будуть виконані ці моменти? Все ж таки має бути якийсь механізм повернення цих полонених? По пленним всіх как на раз всіх. Проблем нет, и команда президента ставит это себе в огромную заслугу, хотя снова-таки я заявлял и в письменном виде, да, в Фейсбуке о том, что обмены пленными составлялись раньше, и для этого не надо было собирать глав четырех ведущих держав государств мира для того, чтобы договориться об обмене пленными. Но, тем не менее, 77 человек, если не ошибаюсь, Денисова, за полномочного правоохранителя, когда он заявил омбудсмен. И это классно, что 70 человек вернутся домой. Я уверен, что успеют обменять пленных. Что касается режима прекращения огня, я уверен, что он не будет соблюдаться. В ночь, когда проходил саммит, если я не ошибаюсь, трое наших солдат погибло. Доказано уже, что противоположная сторона не способна, я не знаю, физически, умственно, психологически на выполнение каких-либо договоренностей, особенно по прекращению огня. То есть тут тоже надо понимать, что что Путин не контролирует каждую обезьяну, которая сидит в окопе с автоматом. А это нужно понимать, что алкоголь, наркотики и прочие прелести, которые сопутствуют боевикам, причем на территории любой, в принципе, конфликтующей территории в мире, это нормально. То есть это не армия. Угу.
Володимир Зеленський пообіцяв, що буде підтримка ОБСЄ, а в цьому напрямку ви як думаєте? ОБСЄ формально, звісно ж, заявляє о своєму, о своїй підтримці, о своїй глибокій обеспокоєності і так далі, але вони можуть єдине, що зафіксувати, що обстріл був і предположительно з якої сторони. То есть ОБСЄ, если вы заметили, оно, снова-таки, это не предвзятое какое-то специфическое отношение к Украине, это их позиция, как в любой международной структуре. Они максимально осторожны в своих высказываниях и максимально дипломатичны. То есть если они не поймали человека, который вот стоял и при них спалил из автомата в сторону Украины, то они будут говорить в обтекаемых формах о том, что возможно, некие неизвестные неустановленные лица произвели обстрел, возможно, в сторону Украины. Так, кордон та місцеві вибори. Ще одне наболіле питання, яке підіймалося на цих переговорах, прокоментуйте його, будь ласка. Там, на самом деле, очень интересная ситуация, потому что Путин настаивает на выполнении так называемой формулы Штайнмайера, то есть по которому Украина сначала должна провести выборы в местные советы на территории ОРДЛО, а только потом, на следующий день после выборов, значит, Украина восстанавливает контроль на границе. В это же время Зеленский утверждает о том, что необходимо сначала Украине получить контроль на границе и после этого проводить выборы. Это ключевой вопрос. Путин, Штайнмайер и так далее настаивают на проведении выборов. Но тут же формула Штайнмайера предполагает по стандартам ОБСЕ. То есть ОБСЕ должен сказать, что выборы прошли вильно, незалежно и так далее, демократично. И вот тут как раз вся загвоздка заключается в том, что ОБСЕ не может сказать о том, что выборы прошли демократично, если по территории, на территории, где проводятся выборы, бегают какие-то негосударственные вооруженные формирования, ездят танки. Там, люди с автоматами, какие-то казарменные режимы, какие-то режимы, комендантский час и так далее. То есть невозможно, по сути, что Путин, что Зеленский, по любому пути, как ни пойди, если брать чисто формальную точку зрения, то необходимо сначала разоружить всех, сначала восстановить контроль Украины на территории, временно неподконтрольных, и только потом проводить выборы. То есть все остальное – это просто облекаемая форма. Путин пытается как раз, будет стремиться выдавить ОБСЕ, будет стремиться отодвинуть ОБСЕ и говорить о том, что давайте просто проведем выборы. Угу. Потому что, еще раз, если проводить по стандартам ОБСЄ, все равно Украина должна сначала восстановить контроль. Дуже відкритий час. Як ви думаєте, чи були якісь таємні домовленості, коли ми про них дізнаємося, якщо такі були? Я думаю, були секретні переговори, коли Зеленський і Путін залишився один на один, і Зеленського предупреждали о том, что нельзя оставаться тет-а-тет с Путиным. Но мы пока об этом не знаем, точно так же, как непонятно, в принципе, еще нигде не опубликовалась там формула Штайнмайера, которую там согласовали. Вона ж засекречена. Абсолютно. І що вона має бути подана на розгляд до Верховної Ради? І настаивають знову-таки по результатам саміту о том, що формула Штайнмайера должна бути імплементирована, да, в українське законодательство. Вопрос, що? Ніхто до сих пор не знає, є секретна частина, яку не опублікували. Є некі документи, які якоби являються Штайнмайером, формула Штайнмайера, которую там опубликовал тот же «Бессмертный» и так далее, но это все рассказы бабушек на лавочках. Чотири місяці, да, в квітні буде ще переговори, буде знову зустрічатися «Нормандська четвірка». Як ви думаєте, от три такі ключові моменти позитивні, які можуть трапитися? Давайте спрогнозуємо. Ну, разве что обмін пленами і какое-то зниження частоти обстрілів. Все. Угу. Чи заморозиться цей Мінськ-2, чи ні? Тому що зараз йдеться мова про те, що його розморозили, що льодовик цей почав танути. Як ви думаєте, це буде продовжуватись, це буде перманентний такий стан, чи ні? Зараз входять в те ж стані, з точки зору переговорів, в якому знаходився Порошенко. Невозможно ничего решить в той ситуации, в которой мы находимся, и на тех условиях, которые нам предлагают. То есть, поэтому у Зеленского будет точно так же два варианта. Либо играть в разговоры и тянуть время, либо же он может просто приехать, сдать интересы какие-то, приехать в Киев, а там его борт уже не встретят.
Так. То есть, и поэтому у нас нету никакого позитива. Единственный позитив, снова-таки, может быть, обмен пленными, снижение частоты обстрелов, ну, как-то нормализация, да, уменьшение количества потерь. Все, все остальное невозможно по определению, потому что Путин понимает, что нельзя отдавать Украине контроль, а Украина понимает, что невозможно проведение выборов без контроля. И на самом деле Европа и мир тоже понимают эту патовую абсолютно ситуацию, и поэтому продолжают как-то разговаривать, давить то на Россию, то на Украину, кто-то должен сдаться. Що чекаємо реакції США? Офіційної після цих переговорів нормандської четвірки ще не було. Так, дочекаємося. Да. Я вам дякую за вашу думку, за вашу фахову думку. Олександр Ухмановський, політтехнолог, був у нас в гостях.